именно тогда, когда я решил купить билеты, все это начало происходить. То есть ситуация в первую очередь коснулась просто обычных людей, которые, как говорится, ничего не имели связано с политикой и даже не интересовались, как говорится, есть. Ну вот, как говорится, политика заинтересовалась ими. Я живу в Испании, в городе Кордова. Сама я из Белоруссии. Лично я уже больше 4 лет не была дома, и семью мы не видели уже 2 года. Сначала из-за коронавируса, и теперь вот из-за сложившейся ситуации с авиакомпанией. У нас были уже куплены билеты на начало июля нашей национальной авиакомпании «Белавия» из Барселоны в Минск. Мы как бы до последнего надеялись, что хотя бы Испания не отменит авиасообщение с Минском через Белавию. И вроде как даже официального не было отмены, но вот из-за того, что Франция закрыла возможность использования своего воздушного пространства, получается, что и наш рейс отменили уже официально до 31 октября, вроде как отменить. И искали мы другие возможности какими-то другими авиакомпаниями, но, получается, каждый день получалось, что возможности отпадали, и уже почти практически не осталось ничего, что можно было бы хоть как-то использовать. И очень глубоко, ну, как-то нас коснулось, особенно вот в плане этого, потому что у нас маленькая дочка на... Бабушку видела последний раз, когда ей был годик, и вот, получается, ей уже 3. И самый интересный момент, и бабушка видит только через скайп и через камеру. Я учусь в Чехии уже 3-й год. Собиралась приехать в Беларусь навестить родных летом в июне. Уже купила билеты. Одной из причин, почему я хотела поехать, было то, что у меня в феврале от коронавируса умер дедушка. Я хотела приехать на могилу и проститься, потому что это была для меня такая первая серьезная потеря в семье. Бабушка очень расстроилась, потому что, конечно, для нее это тоже была самая огромная потеря в жизни, смерть дедушки. И она очень ждала меня. Это как бы ожидание встречи придавало ей сил. И сейчас она тоже очень грустит и переживает по этому поводу. Но как бы мы все понимаем, что ну, такая ситуация, в которой мне... просто безопаснее остаться здесь и как-то не делать резких телодвижений в эту сторону. Меня зовут Марат, мне 26 лет, я нахожусь в Минске. Я собирался лететь в Прагу 2 числа. Я учусь в Брно, поэтому мне надо было прилететь в Прагу для того, чтобы туда приехать. Но придется ехать в Одессу. Я доеду до Москвы на поезде, вот, а оттуда уже самолетом. Чуть больше суток на все про все, скажем так. То это 2 часа, да, где-то. Там 1:45, по-моему, было. Пока что такой план. Но сегодня узнал, что назад вернуться таким же способом я не смогу. Потому что в России закон не дает этого сделать.